серьезная беда и грех, если хотите, реальной политики состоит в том, что провозглашаемые универсальные ценности эта политика, эта традиционная политика приватизировала как свой собственный инструмент, превратив это в сотрясение, эти ценности в сотрясение воздуха. И второе замечание. Да, путинский вирус расползся по всему постсоветскому пространству. Но будем справедливы. Этот путинский вирус усиливает совершенно чудовищные нарушения правосудия, например, за пределами России. Но он еще до путинского происхождения. Это советский вирус. Володя, я с вами не вполне согласен. Это советский вирус. Это то, что мы оставили в наследство Средней Азии, Грузии, кстати сказать, которая слывет сейчас маяком демократии. Я-то знаю, как там вершится правосудие. Азербайджану и так далее и тому подобное. Избежали этого только республики Балтии.